Всем привет! Сегодня мы приготовим говядину с овощной подливкой. Итак, поехали! Для этого блюда нам понадобится непосредственно сама говядина. Овощи – это морковь, помидор, перец, лук, кабачок. Затем приправка, солька и водичка. Для начала все нарезаем и начинаем мы с говядины. Нарежем мы брусочками вот такими. После говядины нарезаем лук. Чистим его. И все в произвольной форме нарезаем. Затем чистим кабачок от шкурки и также нарезаем его. После того, как все нарезали, добываем огонь. И ставим казан, чтобы прогрелся. Как-то резко начинает портиться погода, но это нас не остановит. Сейчас прогреется казан. Закидываем туда масло сливочное. Обжариваем говядину, лук. И дальше все остальное. Казан прогрелся, добавляем кусочек масла. И затем говядину. Варили говядину и добавляем лук. После того, как лук с говядиной обжарен, равняем более-менее и засыпаем наши овощи. Все сразу одновременно засыпали, разровняли. Дальше чуть посолили, заливаем водой
закрываем крышкой и забываем как минимум на час. После того, как накрыли крышкой, делаем меньше огонь, прикрываем здесь и вот здесь. Прошел час времени, добавим еще водички, пол-литра. А также не забываем подкинуть пару бревнышек. Я думаю, даже двух достаточно. В общей сложности у нас тушилось 2 часа. Осталось только попробовать. Какая нежнейшая говядина получилась. Просто объедение. Очень вкусно. Пробуйте, готовьте, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!